Уберите этот палец! Жиротаро-сан, ваша Стар-Платина. Я понимаю, но нужно подойти поближе, иначе это бесполезно. Даже остановив время, я не могу ничего сделать, если цель слишком далеко. Нужно подойти как минимум на 5 метров, превратить в бомбу и взять в заложники. Если делать, то делать. Посмотри! Я снова мгновенно вылечу эту девушку! Чертовски, Айзайдер! Это не то! Заложники не так уж и просты! У него есть скрытые способности! Боец — это тот, кто может превзойти время! Спасибо за просмотр! Это проявляется только в людях, таких как я, или та женщина, без способностей стенда, беззащитных! Кира может создать эту способность только в отчаянных ситуациях, когда у него нет другого выхода! То есть, как сейчас, когда он дошел до предела отчаяния, способность активируется, позволяя вернуть время примерно на час назад! Что это, черт возьми? Ваши руки такие гладкие, с такими мягкими суставами и кожей. У вас такие белые и милые пальчики. Хо-хо-хо. Можно мне сдачу? А? Когда ты трешься щекой, это очень успокаивает. Шесть собак. Я в детстве видел Мона Лизу Леонардо да Винчи в собрании картин. Вот тогда, когда я впервые увидел это, было как-то неприлично. Спасибо за работу! Я возбудился. Я вырезал только ваши руки и некоторое время держал их у себя в комнате. Я хотел вырезать и ваши. Спасибо за просмотр! Меня зовут Кира Йошикаге. Я убил 48 женщин с красивыми руками. Только ты знаешь мою настоящую сущность. Если мы сейчас не победим его, то кроме той женщины все здесь пропадут. Господин Джозеро! Ждите следующего раза. Приходи, Цютаро. Вайтсертас не желает встречи с тобой. Это его способность, сказанная со всем сердцем. Подойди ближе. Попробуй остановить время. Посмотрим, сколько секунд ты сможешь меня остановить. Продолжай напрягать меня. Именно эта крайность заставит Байтс-Задаст снова заговорить. Татаро-сан! Останови время! Не дай нажать на переключатель, Киллер Квин! Что? Нет, это предел. Толкай. Сейчас... Ха-ха-ха. Я смог вернуться. Байтс-Задаст снова работает. Это Зариган! Теперь я свободен!